Всем привет, ребят, с вами я, Хэппи. Сегодня я попросил вас задавать мне задания, которые я должен буду выполнить в этом видео. Ну и пишите в комментарии, стоит ли продолжать эту рубрику. А точнее, свои задания на следующей части этой рубрики. Ну что ж, погнали к заданиям. Первое задание довольно-таки интересное. Наступи на детальку Лего. Ну ладно. Лего. Стань мардером 5 раз и выиграй 6 раз. На самом деле, очень сложное задание. Но давайте станем 3 раза мардером в Мардер Мистери. Поехали. Я стал убийцей. Наконец-таки, я вообще очень долго ждал, на самом деле. Поэтому мы сейчас будем играть за киллера. У нас времени 3 минуты. Давайте будем вести себя реально просто как обычный человек. Все, давайте будем киллять просто по-тихому. Вот, в этой части вроде никого нету, поэтому мы должны здесь кого-то кильнуть. Минус чел. Так, никто никого не видел, да? Все, шериф, ребят, он не замечает. Он не замечает, что я убийца. Он стреляет там пока что в своего чувырлика этого, или где он. Вот еще одна девочка, давайте я ее кильну. Никто ничего пока что не замечает, это просто офигенно. Так, в этой нычке никого нету. Да, в этой нычке никого нету. Это очень хорошо. Я сразу проверил все самые секретные нычки. Все, только один челик знает, что я Марта. И нам нужно его обезвредить. Нам нужно 100% его обезвредить. Только где он? Блин, я его упустил. Нет! Если он достанет ружье, то все, мне хана. Давайте убьем эту девочку. Нам нужно уже быстро действовать, потому что 55 секунд, 53. Максим, как можем? Все, я его зажал. Минус он. Нам нужно еще одного человека убить. Я видел его. Я где-то его здесь видел. Где последний человек? Последний человек, где он? Походу, я проиграл, все, да. 8 секунд, 8, 7. Я убил его! И что, это не последний человек был? Нет! А кто был последний? Капец. Я думал, что это был последний человек. Ну ладно, еще 2 катки за Мардера. Мы второй раз стали убийцей на сервере, где, кстати, очень много русских и моих фанатов, подписчиков. Нужно, опять же, играть по-аккуратному. Для начала нам нужно кильнуть того челика, который наверху, по-любому. Нет, плохая тактика, нам нужно как-то придумать ее получше, так сказать. Все, 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 первая жертва. Ой, мне кажется, меня спалили. Нет, я сразу 2 людей убил, капец. Все, минус, минус еще 3-й чел. Меня никто не видел, что я кильнул этой девочкой. Все идет по плану, ребят, даже идеальнее все идет. Минус 1 чел, минус 2, я сказал минус 2. Да, минус 2. Сразу же кучу людей я минусанул. Это отлично, идеально. Стоп, стоп, стоять. Это мой подписчик, кстати. Конечно, прости, подписчик, но это челлендж. Нужно тебя кильнуть. О, нифига ты, как ты меня хотел завести. Это было жестко. Но нужно найти оставшихся людей. Где они? Даже не понимаю, где они могут быть, потому что я все вроде нычки прочекал на этой карте. Может быть, в душе кто-то есть? Никого нету. Я просто не понимаю, где здесь могут быть люди. Нет, здесь точно нету их. А нет, здесь еще есть одно место, которое я вообще не проверял. Капец, какой же я был глупенький. А вот, да, последняя девочка здесь. 7 секунд. Нет, еще кто-то есть. Чего? Здесь никого не должно остаться. Я все прочекал, но время заканчивается. Я даже не знаю, кто может быть остаться последним. А нет, я победил, серьезно? Если бы я победил, мне бы сразу написали, что как бы я выиграл. Но почему-то они сразу мне написали. Первая катка за Мардера выиграла. Осталась последняя катка за Мардера. Последний раз я убийца. У меня шанс, кстати, был 34%, довольно-таки высокий шанс. Я стал убийцей, я досвели в большом шоке. Кстати, смотрите, это мой подписчик. Сорян, подписчик, но это задание этого видео, реально. Мне нужно выиграть. Если я не выиграю, то как бы меня найдут. Так, нам нужно найти людей, которые здесь прячутся. Я думаю, что в этих ящиках никто не прячется. Надеюсь, по крайней мере, на это. И вообще, что-то я прям совсем не вижу людей. Ну ладно, давайте тогда пойдем на центр. Я наверняка думаю, что на центре очень-очень много людей. Хотя, стоп, я ведь был на центре, и там никого не было. What? Хорошо, вот, первый человек, я вижу первого человека, второго, третьего. Делаем вид, что мы убегаем. Ой, давайте за этим челиком побежим. Вот он прячется, блин, он не прячется. Давайте залезем наверх и кильнем этого челика. На самом деле, наверняка все слышали. Блин, этот чел уже начинает подозревать. Что? Он был шерифом? Нет! Меня убил шериф, изи. Я даже не увидел, что у него был пистолет, капец. У него просто такое тело, знаете. Мардер Мистери, вот такие вот тела, они очень-очень читерские. Потому что можно просто с разворота чисто кильнуть Мардера и все. Ну, в общем-то, давайте же перейдем к следующему нашему заданию от подписчика. Сделай какой-нибудь эпичный трюк в Ragdoll Engine. Пужи заметь. Ладно, на самом деле, давайте выполним эпичный трюк в Ragdoll Engine. Погнали. Все, я зашел в Ragdoll Engine. На самом деле, если честно сказать, я никогда не заходил нормально таки поиграть в Ragdoll Engine. Что это такое? Я серьезно, по-нормальному никогда не играл в него. Я один раз только заходил когда-нибудь пофаниться просто. И все, больше я не заходил,
но я наверняка зря не заходил сюда, потому что, смотрите, на самом деле, насчет трюка, а такое именно у нас задание, я могу уже, в принципе, спрыгнуть отсюда. Смотрите, здесь люди общаются, let's go. Ну, знаете что, как бы прыгать это больно, поэтому давайте спустимся по лестнице. Вум, это Лада, вум, а это Лада, Лада это бумага, а бумага это бумага. Да пофиг. Уф, это было жестко. Смотрите, Балди, что реально настоящий Балди. Балди, это походу читер, да, ребят? Ой, здесь какая-то пушка, давайте в пушку залезем чисто и полетим куда-то. Погнали. Все, мы приземлились, нас попросили сделать трюк, я не забываю про это. Help. Да, чем тебе помочь, супер герли 944? Черточки, еще раз черточки, мне уже страшно. А что это такое, это бомба или что? Или это картошка какая-то, я не знаю что. Ладно, давайте не будем обращать на это внимание. А вот это что? Что это за забор? А, это минное поле, блин! Здесь как бы я думал, что одного трюка такого жесткого нету, поэтому здесь очень уж очень много трюков мы сегодня сделаем. Ну давайте мы спрыгнем с этого огромного бассейна. Офигеть, просто залезем на него и погнали. Блин, я думал, это будет менее эпично. Давайте заберемся на ту... Нет, давайте заберемся на эту штуку. Ну ладно, не зря же мы сюда добирались. И сейчас мы будем прыгать от этого огромного небоскреба. Здание, я не знаю, как, что это вообще. Как это можно писать? Ладно, все, берем и прыгаем. Уху, как весело. Просто возьмем и прыгнем. Погнали. Уху, это эпично. А мы уже выполнили не один трюк с первого задания. Погнали к следующему. Ну а следующее задание я взял из Дискорда. Мне его написал подписчик. Покажи своего самого крутого пэта в Adopt Me. Ну что ж, давайте это сделаем. Вот, ну мы зашли в наш Adopt Me. У меня вот такой вот розовый дом. Наверняка немногие знают, как мой дом выглядит, поэтому вот вам краткий рум-тур. Ну вот, в принципе, все. Давайте мы выйдем с дома, и я уже вам там покажу и расскажу про всех моих пэтиков в Adopt Me. Только у меня вот такой вот мужицкий рюкзак, мы открываем его. Нифига, как Adopt Me обновили. Ну, вы как бы видите все. А, вот, у меня еще есть больше пэтов. Я уже испугался, а то как бы я знаю, что у меня есть еще побольше пэтов. Окей, давайте посмотрим. У меня есть такая вот мартышка, такие вот штуки. Короче, ребят, на самом деле я в пэтах вообще не разбираюсь, поэтому вы можете видеть сами, что у меня есть. Ну, если здесь есть что-то прикольное, то пишите мне обязательно в комментарии, что у меня есть такого дорогого и крутого. Выйди из игры. Окей. Задание выполнено. А сейчас я хочу вам показать задание от спонсора моего YouTube канала. Вы тоже можете им стать, если захотите. Просто свайпайте немножечко видео и видите такую кнопку спонсировать. И можете выбрать любой вид спонсорки. Ну что ж, приступим к самому заданию. Подойди к челику и скажи наподобие Press Alt плюс F4 to fly. Это лютый тролль. Потому что кто не шарит. Press Alt плюс F4, не нажимайте эту комбинацию. Потому что с этой комбинацией вы выйдете из текущей окна. То есть, если у вас сейчас открыт YouTube, то тогда вы просто выйдете из вашего браузера. Поэтому это достаточно жестокий троллинг, на самом деле. Полетели. Смотрите. Тут чел пытался уже прописать Fly God X-Ray. Походу, реально, на этом сервере гений играет. Поэтому давайте попробуем их потроллить. Точнее, выполнить одно из заданий. Вот, давайте выберем любого челика. Просто любого. Мы должны, походу, с ними начать, так сказать, диалог, чтобы войти в доверие. Фреш, привет. Блин, это мой подписчик. Не, я подписчика не буду так троллить. Нет, я не хочу троллить подписчика, это слишком уже. Поэтому давайте сейчас подойдем к какому-то любому челику и скажем ему пресс Alt плюс F4, я уже походу его нашел. Но он оказался убийцей. Эх, мне так везет. Смотрите, здесь какая-то девочка заспаунилась, ее, видимо, кильнули. Давайте ей напишем. Пресс Alt плюс F4 to fly. Ох, me not PC now. Блин, она не на компьютере. Если бы она была на ПК, она бы походу нажала и было бы вообще... Очень угарно, мы бы выполнили челлендж, точнее задание. Я максимум не хотел стать убийцей, я просто хотел потроллить людей. Но я убийца, какого фига, Murder Mystery? То есть, когда я хочу быть убийцей, у меня это получается с 10 раза. А когда я не хочу, пожалуйста, с первого раза, хэппи, ты убийца, поздравляю. Пофиг, давайте будем докапываться к этому челику. Стой, стоять, пельмень, я его буду пельмень называть, реально. Ну ладно, давайте тогда будем по немножечку убивать. Блин, эта девочка заметила, и этот пацан заметил, блин. А нет, или не заметил. А я походу уже затащил катку, все.
Гениально, просто гениально. Да, и прикол, я сейчас опять стану убийцей, ну, как бы нет. Два раза убийца не бывает, было бы неплохо. Опа, Нубас, давайте будем с ним общаться. Нубас, привет, Нубас, чё ты? Нубас, чё, на меня обиделся? Нубас, нет. Реально, Нубас, на меня обиделся, нет, ты чё? Да, то есть Нубаса она не заметила, а меня сразу же, да. Ну, конечно, идеально, ну так и все должно быть. Ну что ж, в принципе, на этом мы будем заканчивать. Спасибо тебе огромное, что ты посмотрел это видео. Ставь лайк, подписывайся на канал, ставь колокольчик. Ну а с вами был я, Хэйпи. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока-пока. Да.